Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героев. Будьте осторожны при использовании стратегической колоды заморозка «Тайный саботаж». Размещайте детенышей Гриши в подходящее время, иначе Гриши захватят весь газон. Понял как? Гриши всякие, Гриши. Ну что, заморозка? О, как. Вот это, наверное, уберем. И вот так вот. Попробуем. Ну-ка. Что будет, если я вот так сделаю? Ничего не будет. Так. О, хорошую карту нам дали. А если я сделаю вот так вот? Да ладно. Маг. Так, ползун. Ну что, если, например, сделаю вот так. Вот оно что, да? Блин, сейчас знаешь, что самое обидное? Сейчас сдулся. Да-да-да, вот про это я и хотел сказать. Защита. Но, в принципе, мы можем этого чувачка уничтожить. Знаешь как? Я думаю, ты догадался как. Ну давай, поехали. Оп. Шикарно. Кого он сейчас поставит? Твою налево опять со своим этим. А, еще и лаву здесь. Он еще и лаву сюда влепил. Ну, мы его можем, в принципе, на следующем ходу бомбануть. Как ты считаешь? Давай я так вот сделаю. И вот так. Что он сейчас будет соображать? Ага, вон что он делает. Вон он что делает. Замораживаем. Замораживаем. И... давай, а, тут возвышенность. Давай вот так вот сделаем. Так, этого сдули. А вот здесь, конечно, мы схлопотали. Как вариантик, кстати. Как вариантик. Оп. И вот так вот сделаем. Так, ну что же он тут при... Ага, вот как. Он не угомон... он не угомонится никак, да? Чертовски фигово. Ух. Пошел по-крупному, да? Он пошел по крупнику. Слушай, а что если я сделаю, например... вот так. И вот так. Сможет ли он мне как-то его уничтожить? Угу. Но, в принципе, ребята, ему крышка. Получается так. Но два в лицо нам даст. Тут уж ничего не попишешь. А семеру прописываем мы, и все, ребят. Бабах. Отдупляется. А мы выигрываем. Еще 200.
Неплохо. Но меня интересует другое, ребят. Когда сезон-то закончится? Он должен уже закончиться. Был. Но, как видишь, не закончился. Так, надо перезайти тогда. Наконец-то, ребят. Я просто все время забываю включить VPN. Ну что, результат. Сезон 58 у нас закончился. Я получаю что? Вот такой значок, ребята, и пиньету. 6 паков. 6 паков вместо 11, друзья мои. Ну, давайте откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Было бы очень мило, если бы я получил хотя бы одну легендочку. Любую. Но легендочку. Так, пошли редкие. Угу. Легендарка. Е-е-е, ребята, что? Клан-анас. Ну почему клан-анас, друзья? Ну, я просил любую. Вот получил клан-анас. Так, 59-й сезон начался. О, 20-й ранг, ребят. Давно я не был на 20-м ранге. Давно. Ну что, давай попробуем сразиться тогда. Пару боев-то надо провести, как ты думаешь? Давай начнем с бабаха. Эх, бабах, бабах. Так, у нас, кстати, там есть задание. Можно попробовать его. Сейчас, кстати, все играют. И все ребята мощные тут будут. Так что можно отхватить по полной программе. Ну, у меня здесь ничего особого нету. У него там добор карт сейчас будет. Не знаю, правда, воспользуется он или нет. Не стал делать. Так, будем выставлять? Давай выставим. Там посмотрим. Ну, уничтожит так уничтожит. Ишь, зомби-астронавт. Окей. Угу. Давай так вот сделаем. Наносит 2 единицы урона. Такс. У нас еще кактус есть, так что не волнуйся. Давай так вот сделаем. Не знаю, есть ли там у него валун там или еще что-нибудь. Посмотрим. Ну, начинается, да? Танцор. Окей. Окей. Танцор, это хорошо, ребят. Так, картофельный страус. Ну что, давай сюда, наверное, поставим. Так, сделаем и... И все, пока. Шаманство. Он так хочет себе что-нибудь вытянуть, прям вот. Летучих мышей. Ну давай, выставляй своих летучих мышей. Мы все равно в любом случае карты свои получим. Плюс у нас еще сработает броня. Угу. Это мы оставим. Так, 2 могилоеда. Ну, на самом деле-то здесь как бы они вообще не в тему. Вообще не в тему. Бэм, 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 бэм. Что делать-то будем, ребят? Да, наверное, пока ничего. Посмотрим. Так, он опять свое шаманство тут делает. Слушай, курабойщика у него тут, наверное, да? В закромах где-то сидит.
Ну, вытягивай, вытягивай карты. Выставляет. Угу. Танцы-шманцы, да, все дела. Ну что, картофельного будем выставлять? Картофельного папа или как? Или вот этого будем выставлять? Угу. Ну давай бумкнем тогда уж. Бумкнем тогда уж. И что я тут могу сделать? Ну хлопнуть вот этого, наверное, да? В принципе-то как бы. Нам как бы здесь и не нужен совсем. Погнали. Так, вылезло чучело. Вылезло чучело. Вылезло чучело. Так, что мы сделаем? Наверное, мы сделаем вот так. Нормально? Своих летучих мышей здесь выставляет. И эта карта у него была. Эта карта изначально, ребята, у него была с добором. Ты что ты там делаешь-то? Точно курабочек, ребята, хочет? Плюс 5. Ну, это ладно, это меня как-то не особо волнует, если честно. То, что добор карт, ну, он, сколько там у него карт, я не знаю. Хорошая карта. Ну, допустим, ты взял этого. Заморозку. Заморозил, да, типа? Такой деловой. Такой деловой заморозил. Все дела. Что бы сделать-то? Как лучше сделать? Давай, наверное, вот так вот. И вот так. А там посмотрим. Уничтожает. Окей. На этом-то все равно хана. Вот это мне не нравится. Тут, конечно, фиговенько все. Танцулька вышел. Танцулька вышел. Так, сделаем вот таким вот образом. И, наверное, вот так. Смотри, у него еще, ребята, одна карта. Такая, с добором. На шаманина Эврикой. Так, плюс добор. Так, сейчас мы тут... Плохо, плохо, что вбьем в защиту, ребят. Кукуруза. То, что нужно. Так, сейчас курабочек пойдет. В путь. Он собирается кого-то во что-то превратить? А я тебе говорил, что будет курабочек. Я тебе об этом говорил.
Пошел отсюда. Ну, как он будет, интересно, здесь справляться? Ну, понятно, что. О, на этого заморозка не действует, ребята. На страуса. Так что пускай не обольщается. Пускай там хоть вытягиваются карты себе, хоть миллион карт, ему хана. Ну чё, бабах, нормально отыграл. Как по мне, так вообще суперски. Так, разыграйте два растения на воде. Вот такое у нас задание, ребята. Два растения на воде. Так, я сейчас гляну, что у нас тут. Давай попробуем, а? Сыграть за зеленую тень. Давно я за нее не играл. Так что можно разочек, да? Так, у нас, короче, здесь колода чисто на орехах. Но вот то, что мне дают бесенка, вот это мне совсем не нравится. Так, это лишнее. Блин. Угу. Первого хода у меня нету, просто тупо нету. Угу. Даже так. О, вот как он делает. Хорошо, ребят, как раз мне под удар. Как раз мне пойдет под удар. Так, ну что, этого гасим сразу же, да? И сделаем вот так вот. Я не знаю, кто у него там сидит. Сейчас посмотрим. Угу. Еще один пират. Команда. Так, ну здесь у нас здесь работает защита. Что, замораживаем или как? Я думаю, что замораживать будем сейчас. Угу. Кровожадность ставит. Ладушки. Так, ну что, этого выкидываем потом, ребят. К чертовой бабушке, да? А, выкинем его. Поставим этого. Так, раз. Или же нам можно... Это тоже же команда у нас? Нет. Понятно вообще, кто это. Но это не команда, явно. Угу. Так, ну что, смотри. Как мы хотели сделать? Поставить этого, да? Ну, погнали, короче. Сделаем так. Сделаем так. Ага, вот у него что, ладушки. Давай сюда. С прочерком, да, не, я не спорю, ребят, конечно. Паршивенько все.
Че, наверное, вот этого придется выкидывать. Да? Да. И кого-то сдуть. Блин, сейчас паршиво, что у него сработает защита. А он может двух этих дурачков позвать своих. Не этих, недоразвитых-то. Что-то, мне кажется, у меня здесь не получится. Так, если он, например, вызывает в надгробии, да, чувачка? Не, не получится. Так, ставим сюда. И ставим сюда. Ну, плюс вот так еще сделаем. Упс. Да, ребят. Не про канала. Ну, что ты хочешь. Это же зеленая тень. Не сработало. Ландшафт какой-то дурацкий, вместо того, чтобы который нужен мне, взял. Погнали теперь. Сыграем за ночного колпака. Я вот только сейчас подумал, а почему у нас у зеленой тени нет, что ли, могилоедов? Интересно. Так. Супермозг. Ну, в принципе, мы можем сейчас что делать? Ставить на воду. Насколько я помню, по-моему, нет у него. Надо же. Все, оказывается, у него есть. Так, еще два грибочка, да? Че нас ждет, а? Море погоды? Задумался. А, кстати, это 10 уровень, ребята. Давай сделаю вот так вот. Угу. Кровожадность и прочерк, да? Нет, парень, так дело не пойдет. Давай-ка иди отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. Так, 4 в лицо. Прекрасно. Ну что, ставим этого и сейчас посмотрим. Может быть, нам придется откидывать. Нам, скорее всего, придется, ребята, выкинуть его к чертовой бабушке, да? А там посмотрим. Бонусную атаку. Красавчик. Освободил место. Ой, дуралей. Ну, его дело. Ну все, я надеюсь, он готов рассчитаться или как там расплатиться своим здоровьем.
Это никого не интересует, что ты там уже клепаешь. Хоть ты тут уже заставься. Так, как бы тут поиздеваться-то над ним? Тут можно легко поиздеваться, абсолютно. Тут можно и этого поставить, если хочешь. Можно и миксом бомбануть. Давай вот так вот сделаем. Просто для понта. Ну, ночной колпак это и есть, ночной колпак. Как начнут бомбашить. Как говорится, не даст спуску. Вроде такие карты там по единичке, а в совокупности дают такую мощь. Так, разыграл, ребята, я два растения на воде. Ну, давай сыграем за... За кого? Вот за подсолнух, ребят, не хочу играть. Я серьезно говорю. Вот за подсолнух я вообще прям вот умываю руки. Хотя другие вот ребята играют, когда вот частенько на арене встречаешься. Думаешь, да как так-то? Особенно, знаешь, что любит подсолнух? На кукурузах, вот эти вот кукурузы, которые ставятся на растения, которые делают минус 1-1 и плюс еще уничтожают любого зомби. Вот на нем любят играть. Слушай, смотри-ка, супермозг 5 уровня. Что-то как-то... Ну ладно. Это ни о чем не говорит, ребята. 5 уровень, 6, я уже убедился. Бывает и... Нулевого, первого уровня тебя так разносит в пух и прах. Еще вытворяет. И все, и я, как говорится, приплыл. Ну как приплыл? Ненадолго, у меня есть кое-что в запасике, но этот запасик, блин. Вот кто там у него, я не знаю, ребят. Давай так вот сделаем. Ух, как сейчас прилетит, ребята. Как прилетело неприятно, а? Да. Очень больно. Очень, ребята, было больно. Так, ну что, здесь можно сделать... Блин, а что тут можно сделать? Бомбануть. У него же есть кровожадность, насколько я помню. Немножко неправильно сделал, да? Надо было сюда поставить ягоду, а вот сюда... Ладно. Смотри, 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 что вытворяет. Че, неужели это хана? Быстро, ребята, просто быстро. Думал сейчас, блин, надо бомбить его бомбой или не надо? Пожадничал, да? Пожадничал рейбомбу и... Получил по полной программе. Ну я, видишь, я просто не думал, что у него бонусная есть. Вот эта бонусная атака. А она у него оказалась. Окей. Давай посмотрим сейчас, как у нас пойдут дела через кактусы. Кактусы плюс ягода. Но опять же не забываем кровожадность у этого мелкого гаденыша. Вот. Видишь, как он начинает. Мы его, конечно, не уничтожаем сразу же. Но пока ничего страшного. Микс есть. Ну что, стоит его бомбануть, наверное, через микс. Давай бахнем. Допустим. Две ягоды. Слушай, ну тогда надо вставлять. Кровожадность и прочерк ставить, да?
Да пускай ставит, ребят. Пускай. Угу. Еще подраскачаться решил, да? Пускай прокачивается. Так, что у нас? Орех. Мина. Сделаем так. Сделаем вот так. И сделаем вот так. Угу. Рикошетит. Рикошетит. Так, у меня 9, у него 7 хп. Две мины горячки, прикинь. Посмотрим. Так, прочерк. Ну, это понятно. И что он этим добился? Я лично не понял. Да, хоть ты его запрокачивайся, все равно кранты. А у меня что, одно хп? Только сейчас увидел, ребят, что у меня одно хп. Так, ну эту фигню мы убираем отсюда. Как бы тут лучше сделать-то, а? Так и так, наверное, сделаем. Ауч! Прочерк, друзья мои. Пират. Ну, понятно, я проиграл. Ну, это мог бы он и в лицо сделать, я бы все равно проиграл. Вот так вот, бабах. Мы не справились с колодой пиратов. Отыгрываться надо. Пятый ранг, да? Десятый. Валит меня только шорох. Где вы раньше-то... Блин, да с какого перепуга? Я хотел в другую взять карты другие. Вот этот нахрен мне нужен-то, блин. Ой, на ранней стадии-то, ё-моё. Да. Черт узнает, что у него там, ребят, находится. А, понял. Да ему кранты сейчас все равно будут. Все равно его сейчас запиликаю. Пошел отсюда. Щенок заморский. Угу, берет энергию. Ну, я, в принципе, догадываюсь. Уже догадываюсь, на чем будет играть. Это гнида. По-другому ее не назвать. Сейчас на ландшафте уничтожит 6,6, который наносит, да? А, летучие мыши. Так, еще берет энергию. Семь энергии и 5. Это как-то круто. Угу. Пиратик.
Давай я сделаю так, например, и вот так. Так, опять ягоды, да? Опять ягоды есть, и можем поставить этого, в принципе. Угу. Кого он там хочет прокачивать? Этого, понял. Давай так сделаем, фиг с ним. Блин, 8-9. Сейчас с этого разгрома, блин, поставит. Может поставить. Не разгрома, как-то зомбобот, ебарс. Зомбот. Ну смотри, у нас выбор какой? У нас выбор какой? Мы можем поставить вот так и сделать вот так. О, профессор кислый щей вылез. Так, ну что, у него две карты, у меня нормально по картам идет все. Вот с этим я не знаю, что делать. Хотя уже знаю. Ну что, выставляю. О, вылез. Погнали. Окей. Так, ну что, этого мы уничтожаем. 6 в лицо и 5. Это 11, да, получается? Вот так вот. 5 хп у него остается. Угу, вылезло, да, чудило? Ну что, если я, например, сделаю вот так и вот так, еще вот так вот. Ага. Выкрапкался, да? Ну, а теперь просто выпускаем вот эту штуку. И все. Бабах, молодец, отыгрался, ё-моё. Отыгрался, наконец-то. Так, давай теперь, знаешь, кого за Бонгчой. Так, мы сейчас глянем, что у нас там. Не знаю, ребят, не знаю. Хорошо это или плохо? Ну, стоит попытаться. Чем, как говорится, черт не шутит, да? А вдруг все прокатит? Вдруг все получится, и мы разнесем их в хламину. Восемнадцатый ранг, это у нас Земех. Блин, ну это круто, конечно. О! Вижу комбу. Вижу комбу. Так, он же может 3 единицы урона нанести, да? Я вот не знаю, какая там у него карта.
Вот в чем проблема-то, что я не знаю, какая у него там карта, друзья, находится. Давай посмотрим. Угу. Ну что же, будем бомбить. Так, три энергии. Что тут делать? Так, ну вот эту. Давай уничтожим. Нет, подожди. Давай-ка лучше вот так сделаем. Бамс. Сейчас будем добирать с тобой карты. Это взорвется сам. Угу, вылезла. Плохо, друзья мои. Да ё-моё, это же мы сейчас получаем столько урона, а. Давай так сделаем. Поехали. Так, 3 плюс 2, это уже 5. С этим надо что-то делать. А как мне уничтожить? 3 в лицо, если прилетит. М? Давай сделаем так. О, бомбардир, ёк-макарёк. Так а это тебе не поможет. Знаешь, в чем проблема? Что если он не уничтожит вот этого парня, то мне хана будет. Знаешь почему? Потому что 1 единицу урона получим. Да, по-моему, уже хана, ребят. Против него ну, ничего не сделать. Единственное, что если защита сработает, тогда да. Попробуем. Нет, не сработала защита. А если бы даже, ребята, и сработало бы, все равно бы мы тут на 1 хп далеко бы не ушли. Бонг Чуев, ну так всегда, ё-моё. Первый поединок вообще ни к черту не идет. Опять? Это он же, по-моему, нет? По-моему, это он, ребят. Я могу, конечно, ошибиться. Но, по-моему, он. Да, это он. Блин, и добор не сделать, потому что этот охламон начнет бомбить. Ну, хотя бы здесь выпал этот. Он нам схильнет, если что. Я так думаю. Давай сюда поставим. 1 энергию для чего-то он оставил. Достал ты, а. Ну, сейчас навтыкает там. Так, ну там, по-моему, бомбардировщик, насколько я помню, у него, да? Ныкается. Доживем ли мы с тобой вот до этого Финтифлюшкина-то, а? Не доживем, по ходу дела. 3 плюс 4, 7. Не, ребята, какое там? Опять сфейлился, короче.
вообще ничего не сделал. Ты прикинь, ну вот прикинь. Да. О, все. Тут еще и этот чудило с проскоком. С заскоком. Все, сейчас влетит. Уже влетело. Слушай, ну какие нафиг шипы-то, шипастая лужайка? Нахрена тебе всралась эта шипастая лужайка? Травяной кулак. Ты, блин, извини меня, ну. Как бы я не вижу, ребята, чтобы была ранняя игра. Вообще ранней игры нету. Вот это вот нафига. Песик. Могилоед, но могилоед нам навряд ли пригодится. Дай-ка еще один такой возьму. Так, на рамах. Майншторм. Ну, так как у нас он любит на могилках играть, поэтому могилоеды я оставил. На всякий случай себе. Так, ну второй ход у меня есть. У меня есть даже третий потом ход. Вот единственное, что на воде я никого поставить не смогу. Покамись. Убираем это. Пираты у него, да? Нафиг мне вот это вот нужно. Ну скажи, вот зачем тебе вот это вот? Ребята, он два раза по мне попал. Смотри, сколько он отнял здоровья. И смотри, сколько у него. У него сейчас опять блок будет срабатывать. Да что за хрень, блин? Слушай, я не пойму, у них что, у всех зацикленность на этих придурках? Хм. Мне лучше твое вот так вот делать, наверное. Сейчас. Вот, ребята. Вот вам элементарный, блин, пример. Ну как такое может быть? Бесит. Десять хп осталось у меня всего лишь. Ну и кого вот этого ставить? Сейчас посмотрим, что он влепит. Возможно, придется нам. Если у него кровожадность. Оу-оу-оу-оу. Потише, парень. Ну, что это получается? Ну, 6, 10 хп оставляем, а у нас 5 остается. Не вариант. Давай так посмотрим. Ребят, ну вот это как называется?
Называется трубодело. Вообще не идет. Вообще не прет, ребята, из-за этого бонг-чой, ты понимаешь? Вообще. Не бонг-чой, а чмошник просто. Я в шоке, блин. У меня всякая чушь выпадает, а у него все норм. Играй как хочешь. Да, цитрон? Гиросол Гоку. Ладно, попробуем сыграть. Поехали. Начнем потихонечку. Так, добор пошел. Это само собой разумеющееся. Я надеюсь, у него нету всяких там хилов. Да не должно быть, по идее-то. По идее, не должно быть. Бочка. Ну, допустим. Так, этого чудика лучше ставить на воду. Уже поздняк ставить его на воду. Уже поздняк его ставить на воду. Вот ты заметь, откуда вот этот хмырь вообще взялся? М? Ну ведь, ребят, не должно быть как бы его, да? Но он откуда-то взялся. Парадокс, просто парадокс. Просто парадокс. Давай так сделаем. Ну ты посмотри, а. Ну ты, блин, посмотри. У них все есть. Так, а вот здесь уж извините. Так, вот сделаем. Что там? Выставляешь? Да выставляй, господи. Газетник. Газетника в труху. Так, у нас срабатывает защита же. Орех. Опа. Опачки. А папулечки. Сейчас, секунду. Угу. Че он там хочет кого уничтожить? Этого? Понятно. Такс, далее что? Кого он там хочет выставить? Нету ли крикунью? Ты понял, про что я. Он хочет реализовать. Да, он реализовывает, ребят. Я так и думал, что крикунью поставит. Кстати, вот я пытался, ребята, сделать, как сказать, воплотить это все. Не получается. Не выпадает у меня 4. Во-первых, у меня нету этих крикуньев, 4 штуки. И нету у меня ландшафта. Ну, вот это вот, как он там, Колизей или как он называется. 4 штуки, а они тебе должны выпасть, чтобы реализовать. И перед этим, чтобы выпасть, ты еще должен сколько-то под раздачу отдать. Ну, я имею в виду слабых персонажей. Ну что ты там, я уже думал. Вот, и после этого только начать бомбить. Так, сундук. А на сундук он сажает вот этого, да?
Охламоныча. Ну давай сделаем вот так вот тогда. Пускай дупляется. Мне бы 4 бы энергии, было бы неплохо. Давай я так поставлю я, на всякий случай. Блин, сейчас сработает защита. Ау, не очень приятно. Ну, тут уже можно сделать вот так. И вот так. Угу. Капитан Егорка. Такая-то бесполезная, что-то там поставил. Ну, я даже не знаю, давай, наверное, вот так вот сделаем. Он все шаманит. Он все, друзья мои, шаманит. Дошаманился. Да, Цитрон, молодец, красавчик. Ну что, давай попробуем еще разочек тогда. Блин, что-то бочина заболела, ёк-макарёк. Кто у нас тут? Ржавый разряд, уже успел где-то уровень получить. Был 10-го, 100%. Раз так быстро продвигается, значит... Значит, молодец. Хм. Хм, ну давай так сделаю. Опа. Ну что ж, придется превращать тогда это пугало огородное, раз такое дело. В кого он там? О! Вот так вот сделаем. Ну, он особо заморачиваться не стал, да? Потихонечку начинает меня пробивать, короче, компенсировать мне мозги. О, как! Ты погляди-ка. Ну, если я вот так вот сделаю. Еще кактус. Блин, ну кактус сейчас выставлять никак нельзя, ребят. Слушай, я боюсь, у него есть флакон. Давай я вот так вот сделаю для проверки. А, вирус у него. Я думал, флакон будет. А у него вон что, оказывается. Так, ну что, здесь лишим тогда, получается, возможности, да? Переменять там каст. Угу. Ушатали.
Давай смотреть. Уничтожает. Окей. Так, 6 в лицо ему, на. Что там, кого-то вытянешь? Угу. Ну, дальше даже не знаю, ребят, что сделать. Что бы мне тут сделать? Давай так, наверное, сделаем. И вот так. Угу, уничтожает. Не удивлен. Шаманство, окей. Так, главное, чтобы вирус не врубило. Остальное все ерунда, ребят. Ну, что ты там будешь стакать? Ага, ну ты, блин, гаденыш, а ты посмотри. Ладно, друзья мои, у меня две бомбы. Мне этого более чем хватит, чтобы их уничтожить. Раз и два. Угу. Ты наивный парень. Такс, что же лучше сделать-то? Не, так он может бомбануть. Сделаю я, наверное, вот так вот. Этого шуганем. Да и хорош пока. Ну, шаманит опять. Так, будет в лицо бить, да? А как у него хватило-то, ё-моё? Что, бесплатно, что ли, получил его? Перекинули. Он докопался, а? Посмотри. Ну что, поехали тогда, сделаем так. Так. И так. Там свои вирусы. Если он будет сейчас попадать по этому парню, это будет очень круто. Еще один вирус пошел. Ну, пробить он не пробьет, конечно же. А вот то, что ему хана уже, да, ребят. Все? Стоит ли мне ставить? Вот в чем вопрос. Пока нет. Ой, как хорошо-то, а? Ну ты видишь, да, что у нас тут? Хана тебе. Да выделывался, хмырь болотный. Но он получил, что заслужил, ребят. Да, да, вот как-то так, друзья мои. Ну что, на сегодня, пожалуй, будем заканчивать. Как ты видел, мы получили сегодня с тобой одну легендарку. Клан Анасы. Я не скажу, что она суперская, но все-таки можно будет ее потом продать за 2000.
2000 продать. 2000 у меня, по-моему, есть. Сколько там карт у меня? 3400, да? И, например, клан Анаса, если продавать. Вот, если его найти. Где он? Так, клан Анас у нас находится... У кого? У Бабаха, верно? Ой, у Бабаха. У ночного колпака. Ну, можно, по крайней мере, найти клан Анас, насколько я помню. Да он стоит, он на продажу, ребят, стоит 2000. Вот он. Если его распылять. А, нет, ребята, не 2000, а 1000. 1000, конечно же. Если мы распылим, мы сможем себе купить какую-то новую легендарку. Но пока я этого делать не буду, незачем. Ну что, ребята, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.